Ребята, смотрите, что с удочкой творится. Опа, хороший лещ. Ребята, лещ, а у меня ни подсака, ничего. Попалось у отца. Ясь, ясь, я вижу. Что-то клюнуло, еще очень хорошее. Вообще. Если вы увидели меня и думаете, стоит ли вообще со мной сближаться дальше, раздумываете на полпути ко мне, то можете развернуться и пойти обратно. Ничего страшного в этом не случится. Но если вы сблизились со мной и вошли в мою жизнь, и при каких-либо случившихся трудностей вы надумаете бежать с поля боя, то лучше назад тогда и не возвращайтесь. А я Евгений Кузин. И я вернулся. Привет, друзья! Мещерские хроники 14. Добро пожаловать! Первым делом начинается все это с пополнения запасов воды. Пока ехали, был сильный дождь, ветер. Хотя по прогнозу смотрел, сегодня быть не должно. Вот смотрите, как все флюгера мотаются, косы развиваются. Хотя на термометре сегодня у нас, не видно, но я вам скажу, 16 градусов. Вот, сосед топит печь. А у меня основная задача сейчас сразу, время 2 часа дня, пока успеть на вечернюю зорьку. Я уже вот потихонечку собираю рюкзак со всей приблудой. Так, все уже загрузил туда. Хроники будут интересны. Поставил замачиваться казан. Казаночек алюминиевый. Тем не менее, приду с рыбалки, буду готовить плов. Но это вы все уже увидите потом. Что у меня будет входить в плов? И что вообще, что да как? Сейчас не теряю времени. Так, снасти уже поставил. Думал брать спиннинг, но что-то плохая погода. Поэтому возьму вот такой деревенский с ленинградской катушкой крокодил. Закину его, попытаюсь не оторвать в корягах. Ну и свою удочку, которую я ловлю на... типа полудонки, донки, как хотите называйте. Многие спрашивали, как, пытался объяснить, но придется показать наглядно. И уже по традиции вот пил фанту по дороге. Блин, смотрите, ищите кот под крышкой. Кот нашел, а условий игры так и не было. Ну да фиг с ним, ладно, по традиции мой красный говяжий доширачек. Сейчас по-быстрому его ем и выдвигаюсь на реку. Вчера люди были, звонили, были в клепиках. Не по клевке, 3 часа, вообще говоря, сидели. Горячий. Ну ладно, сейчас подумаю, что одеть. И, кстати, еще сразу ходил пока в туалет, открывал калитку. Где-то с руку черная гадюка. Не уж, вы не думаете, что я там что-то путаю, скажу, что, наверное, уж там с пятнышками. Я всю жизнь езжу по этим краям, я знаю, как выглядят гадюки, медянки и прочие ползущие, как их назвать, тварями. Вот, так что одену, наверное, сапоги, сейчас поищу носки для сапог. Все, вечером будем топить печь, готовить плов на костре. Приятного просмотра, спасибо, что со мной. Чтобы было чуточку посытнее, смотрите, какой этот доширак говорит мне: «Здорово, женек, наконец-то ты приехал, давай!» И вот так вот усами своими шевелит: «Давай, давай, сожри меня!» Ой. Так, я выдвинулся, но вот что-то темноту волочит, ветер такой сильный. Но я взял с собой дождевик, вот все, взял уже удочки, снасти, рюкзак на плечах, идем. А, еще одна приятная новость, хорошее известие соседа, который ставил морды, браконьерничал, да мешал мне в тот раз ловить. Ой, простите, пожалуйста, доширак задом пошел. В этот раз его нету, поэтому посмотрим. И попробую закинуть вот этот в коряжничек. Хер его знает. Посмотрим сейчас на отцовское место, где он ловил.
То есть туда закину фидер, повешу, а свою донку... Сейчас не забыть, главное вам ее показать. Ну ничего, там-то вот, смотрите, светло, все хорошо. Может, сейчас разойдется, разгуляется, и ничего. Пакет под рыбу взял. Так, добрался до реки. Вот он место, коряжечка. Ну, куда-нибудь вон туда сейчас буду кидать. Вот, поставил снизу рогатульку, чтобы сопротивление чуть поменьше было. Так, эта оснастка у меня идет вот так вот. 100 грамм груз, ну какой тут был в деревне. И один поводочек с крючочком. Сейчас буду садить на него червя. Снизу замкну его опарышем, такой бутерброд. И вот прикормка. Там кукуруза. Вся херня, пшено, но она карповая, конечно, та еще с нашей последней рыбалки. Как будто эти слоновьи говна, да, чем-то напоминает. Вот. Ну, в общем, сейчас забиваю и заброшу. Все здесь поставлю, дальше пойду уже туда ставить удочку, покажу вам свою полудонку. Так, все, эту закинулся. Ну, где-то 2 метра от берега у меня получилось. Ну, фиг с ним. Сейчас пойду удочку поставлю, потом приду, переброшу. Ну, ветер бушует и бушует. В общем, показываю удочку. Вот у меня идет поплавок. Поплавок, вообще, кто-то писал, какой груз, вообще не имеет значения никакой. Он как флюгер висит над водой, показывает поклевки. На такой длине, ну, это я сейчас дальше уже покажу, чтобы он не касался воды. Он закреплен, вот она идет дальше леской. Идет, 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 идет. Так. Блин. Бутылку, куда она? Тут у меня пришла-то. А, ну вот она. Вот она. Вот она идет. И приходит. Вот конец оснастки. Здесь скользящее грузило. Вот у меня вот написано. До этого было 1,5, сейчас вот 2,5 грамма. Плюс стопорик и такое маленькое свинцовое грузило. Дальше вертлюжок и поводочек. Вот он с крючочком. Ну где-то 40 сантиметров поводок. Все. Все, насадили червя, 2 опарыша. Чем жирнее червь, тем крупнее будет рыба. Все, поставил уже вон рогатулинку, вторую поддерживающую, забрасываю. Все, зад у меня держит вот такая рогаточка. Вот она, удочка пошла. Все, вывесил. Все, натянулось, грузило. Ну, забросил туда, его снесло. И когда ветром чуть-чуть вот так поплавок это, она тоже, соответственно, груз играет. Но он на длине удочки идет туда, то есть его ни к берегу, никуда не прибивает. Все. И уже по плавку, блин, а где он есть? Неважно, какой у вас поплавок висит, но нифига не видно, все отсвечивает. Уже смотрим за поклевками. Натяжки, брос, сброс. Но сейчас сильный ветер, поклевки смотреть, соответственно, хуже. Там пока ничего не звонило, но сейчас посижу, чуть послежу, пойду туда, заброшу чуть подальше. Ну, посмотрим. Ну и прикормочку девать некуда, все равно закиснет. Чуть-чуть покормим, сейчас течением туда снесет. Это вроде не кислое, как в тот раз. Должно быть получше. Кукурузка, может, язик подойдет. Вот. Также взял с собой, вот, сижу, попиваю фанту. И на всякий случай, чтобы перекусить, булочку с ласковской ласточки. Мягкой, свежей. Ну вот, полчаса сижу, не поклевки. Ветер, блин, вообще бушует, лютует. Идут вот тучи на меня. Аж продувает. Одел вот дождевик. Голдбергу привет. Спасибо за дождевик. Вообще не поклевки. Все вон сносит. Колыхает. Порывистый и сильный. Ветер сильный, порывистый. Что невезуха какая-то, блин. Как дома
погода вроде нормальная. Но сейчас что-то вообще непонятно. То дожди, то... То солнце, блин, даже вот за день вот сейчас меняется. То сижу жарко, хотел майку снять, уже сижу и дождевик одел. И вообще бушует, лютует, не знаю. Может, надо было все-таки, правда, спиннинг взять. Хотя такую погоду, что-то и всплесков-то нету. Ну, пришел сейчас с этого крокодила перекинуть. Ну, это даже не крокодил, это хрен бы знал его чего. Совковский спиннинг пришел вот перекинуть. Сейчас попробую посадить одного червя. Может, опарыш отпугивает. Но мне кажется, из-за вот этого ветра такая вот перепад. И притом он ветер с разных сторон. То есть он эти облака, он их не рассеивает вон туда, вон в светлую даль. Сюда не гонит, а он по кругу гоняет вот это вот черное облако, нагнетает. Ребята, смотрите, что с удочкой творится. Блин. Опа, хороший лещ. Ребята, лещ, а у меня ни подсака, ничего. Ясь. Ребята, это ясь. Блин, не вытянуть. Здоровый какой! Ясь! Фух, ребята! О! Вон он! Блин, не видно на червя, хоть не заглотил так сильно. Блин, хорошенький! Фух, адреналинчик был! Вы видели, что с удочкой? Так что... Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не трудно. Я успел достать камеру и показать вам, как удочка вообще просто. Это не как лещ. Лещ так не клюет. Ясь, рыба намного сильнее. Фух, блин, я удочку, правда, захерачил. Вон, вот она у меня. За ветку. Ну фиг с ним, сейчас полезу. Зато ясь, он аж обосрался. Он надулся, весь взорвался. Я, блин, чуть не обосрал. Так, тут просил о пердеже ни слова. Во какой. Ох, какой красавец. Ох, какой красавец. Фух, блин, я рад. Я уже рад. Ясь, червь опарыш был. Вон она. Хорошенький. Тряпочку вот с собой обязательно. Вот он, блин. Езюрат. Ну, я не знаю, сколько. Грамм. Ну, грамм. 800, я думаю. 700-800. Придем. Взвесим. Сейчас теперь другая у меня задача, блин. Это вон какой кобздец. Какой абзац. Абзац. Ёпа-мать. Вешу на дереве. Пытаюсь сломать вот этот сук сейчас. И как-то цеплять. Блин, есть. Пакет изорвал весь. Благо у меня есть с собой еще один. Сильный. Ясь все-таки сильнючая рыба. Он хороший. Хороший. Так, ладно. Пакеты с собой. Мусор мы не бросаем. Кстати, удочку я оцепил. Туда слазил. Чуть руку себе не оторвал. И с этой камерой у меня в пакет замурыжился, я его убрать не могу. Все, закинул по новой. И сейчас, кстати, пока я его насаживал, звякнул тот бубенчик. Пойду сейчас туда. Может, сейчас вот ветер, кстати, смотрите, стих. Чуть-чуть солнечно так стало. Немножко. Сейчас, может быть, попрет. В коем-то веке. Хоть раз в жизни должно же мне повезти. Вот, друзья, пока ходил тупи забрасывать, смотрите, обожрали. Значит, все-таки что это и это. Туда, короче, посадил червя, опарыша и кукурузу. Набил полную. Сейчас, кстати, хочу попробовать червя с кукурузой сюда подсадить. Может, ясь на кукурузу попрет? Тоже вот сделал какой бутерброд. Червь, кукуруза, но она уже старая, дряхлая, и замкнул. Опарышем. Блин, ветрюга сильный. Вообще сейчас. Офигеть. И была поклевка такая. Резкая. И все. И тишина. Червь, опарыш, кукуруза.
прям хорошая такая, бум, агрессивная была поклевочка. Сейчас буду надеяться, что он далеко не отошел. Либо кукурузу схватил, сбил и был таков. Не, что-то тюкнуло. Ну давай еще разочек, дружок. Я обычно, когда тюкает, я сижу на стуле, слазю сюда со стула, вот так вот, под бережочек, и сижу вот наготове, чтобы уже... Во! Ах ты, блин! Тут вот что-то было вялое позвякивание, прибежал, тишина, нихера. Ну сейчас закинул прям на уровень этой, то ближе, сейчас прям далеко закинул, освежил все. Блин, единственное, одолел это ветер. Он просто, даже крышечки вот эти открываю, он то прям стихнет на 2 секунды, то посильнее. Аж черви открываешь, аж банки из рук вылетают. Так, ну все, это вон у меня стоит. Все нормально. Пойду к удочке. Пересадил. Поклевка! Хорошее что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. А, нет. Что это? Густера. Хорошая, друзья мои. Извините, что я одной рукой снимаю, одной ловлю. Смотри. Тоже где-то сетей, что ли, до хера. Смотри, раненая. Ой. Ну, ладно, фиг с ней. С двух сторон раненая. Я же говорю, что все уставлено сетями. Ну, ничего. Таранний размер. Где-то вырвалось, мне попалось. Значит, судьба такая. Блин, густера так быстро клюнул, что у меня вон булочку только распечатывал с маком, сдобную. И только перезакинул, сразу же была поклевка. Ну такая она уж мягкая, но сейчас я ее с фантой впитаю. Опа! Когда сильный ветер, очень плохо смотреть поклевки. Блин, вся в песке, даже не вижу, что это попалось. Ну, короче, похер. О, так и не дожрал я булочку. Вон она лежит. Ну вот, третья рыбка, время 5 часов вечера. Пока он ходил свернуть этот спиннинг, попался его красноглазый. Блин, ну нормально, не особо захватило. Друзья, поклевка. Поклевочка. Что-то мель какая-то пошла. Плотва, что ли? Что тут у нас? Нет. О, блин. Надо идти плов уже варганить. Отец плов просил. Все, короче, наловился. Там последнее кольцо что-то отклеилось. И все запуталось. Путал, наверное, полчаса. Но сматываю удочки, дома буду перевязывать. Все, хорош. Вот уловчик мой. Наверное, тут ни хера не видно. Ну да хрен с ним. Придем взвесим. Ну вот, общий улов. Где-то кило 250. А вот ясь. Ну сколько тут? Ну как я и говорил, где-то 850 грамм. Ну что, пришло время заняться пловом. Раз плов будет по-деревенски, будем готовить из подручных средств. Из мяса у нас только вот такая вот свиная грудинка. Сейчас я ее порежу в пакет сразу, чтобы все туда к костру. Рис пока замачивается, промывается. В общем, первым делом зарежу мясо, порежу. Казан вот отмыт.
готов. Сейчас придумать, как его там мастырить. Нарезал заготовочек. Лук, это сало, морковь. Так, принес сюда все ингредиенты. Сейчас буду устанавливать казан. Чуть-чуть маслом его смазал, правда. Блин, как готовить, так вкатил опять дождик. Вот сходил, плащ одел. Мощу никак не приспособлю, чтобы огонь начал равномерно жар давать. Уже и туда двигал, пытался разжечь. Дождик вкатывает. Ну ладно, сейчас разгорится, начну мясо закладывать. Ну, скворчание пошло. Ну, конечно, на сале таком плов не делают, блин, но это деревенский, то, что было. Я его слепил из того, что было. Ну, а так нормально, скворчание идет озорное. У меня все блюдо приходится к скваркам. Вот я думаю, сейчас их обжарить, выудить, чтобы потом лучок равномерно поджарить. Или прям сюда лук заподяжить. Хер его знает, как лучше поступить. Можно сюда, конечно. Вот и сейчас. А потом морковь. Вот, шкварочки получились отличные. Смотрите, какие золотистые. Озорно шкварчат. Сейчас я их выловлю на тарелку. В миску, точнее. И уже буду отдельно там обжаривать лук. Так, лучочек у нас. Помешиваем. Блин, ну надо придерживать. Я сейчас просто на камере, с камерой вам одной рукой неудобно. А то видите, он какой... мотается, чтобы получился озорной поджаристый лучок. У него дно вон. Он вообще котелок, это по духу. А я в нем вот изгаляюсь с пловом. Так, далее отправил туда морковь, чтобы тоже небольшую золотистость приобрести. Сейчас будут говорить, лук варится дольше, чем морковь там готовится. Я знаю, но лук сейчас приобретал просто золотистость. Морковь будет вариться. Мы еще будем добавлять воду. Вот пустился сок. Сейчас морковь буквально 2-3 минуточки и добавлю сюда еще наше мясо. Тут вот колбаски еще. Я уж даже не помню какие. Так, ну вот, морковь чуть-чуть запассеровалась. Отправляем туда наше мясо. Главное, чтобы это все не опрокинуть. Уже похоже на плов. Запах офигенный. Так, смешал. Там вон, кстати, еще и косточки есть. Я не вынимал. Косточки они наварчик дадут. И свой вкус. Блин, получается очень вкусно. По крайней мере, по запаху. Теперь можно посолить. Ну вот у меня здесь где-то чайная ложка. Посолить. И сейчас покажу, какие будут специи. Специи будут тоже деревенские, подручные. Приправы для плова. И я вот взял на свое усмотрение не куркуму, никакой, как она, не барбариса, не зиры, не херы. Будет все нормально по-русски, по-деревенски. Чтобы хорошенько перемешать, я снимаю. О, запотело. Снимаю казан, потому что вон все руки красные, все руки уже там обжег. Он неуверенно стоит. Все, сейчас помешал. Две ложки томатной пасты. Блин, держать невозможно. Две ложки томатной пасты. Сейчас все смешаю и буду заливать воду. Налил воды. Ну, примерно на килограмм риса. Литр воды всего уйдет. Ну, вот сейчас грамм 800 залил. Сейчас пойду за крышкой, чтобы температуру там нагнетать. И поварим это все. Минуточек 10. Доведем до кипения, точнее. Потом будем засыпать уже наш рис. Температуру сейчас вот нагнетаю. У меня тем временем тут последние штришки. Ну, водички сейчас, походу, я думаю, еще чуть-чуть подолью. Он сейчас развариваться начнет. Чуть побольше литра. А так на вкус попробовал уже на пробу, на соль. Изумительно. С комарами будет. Оп.
внесли на огонь. Огонь чуть-чуть раскидал, нам сейчас сильный не нужен. Блин, что-то в ушах прострация. Вот, все, его трогать. Блин, вот надо сейчас установить ровность. Видите, в чем минус? Земель. Нужно, чтобы был ровно. Ладно, это я сейчас разберусь. Ну вот он, пловчик готов. Тарелку накладывать кому? Сейчас будем дегустировать от косточки. Ну, камера что-то цвета не передает, никак не разберусь с настройками. Но, тем не менее, получилось. Вот. Сейчас косточку, уже что-то силов нет. Есть, если честно. Но продегустировать надо. Ради вас. Ну вот рис, специй бы побольше. Перчику. Рис не липкий. Перчику, да. Мы же не добавляли ни болгарский, ни этот. Вот нам было дома взять этот красный. Острый. Вот. От кости все отслюнилось. Отслонилось, точнее. Ну и закусим мягким, свежайшим ласковским хлебом. Приятного аппетита. Все очень вкусно. Фух, блин, в итоге наел, всю тарелку съел, еще колбаску съел, кстати, с сыром вкусный, и чай с овсяными печеньями. Все, что-то я поясница ломит с непривычки, на рыбалке 4 часа, блин, тусовался, с этим, с пловом, что-то с непривычки, все, а с понедельника уже надо привыкать к работе, сидеть. Хотя хрен знает, там не особо сидеть, но это мы все увидим. Все, сейчас буду стелить кресло, уж хер с ним одну ночь, думаю матрас притащить. Одну ночь посплю на кресле, ноги пусть свисают. Печь протопили, все. Удочку распутали, утром пойдем заезем. Если еще изи попадутся, может завтра, кстати, их покоптим. У нас тут коптильня есть интересная. Самодельная тоже, сами делали, брат варил. Фух. Без 15:07. Где-то с 4 начали комары, вообще одолели. Комары какие, жуки. Фух. Сейчас встаем завтракать. Надо на реку идти, на улицу Колотун. Ох, нос заложило. Так, все, по-быстрому завтракаю вот этой колбаской с кетчупом. И съем вот такой вот йогурт. И в путь. А ясь на горох? Да, я на горох. Вот, пришел на водоем. Вот, ясь попался на горох. Это на донную, да? Нет, проводку. Проводку? На донную, вон я ее положил, она я... Ветер очень сильный, говорит. Не видно поклевок. Поклевки не видно, а если поплавок, вот она идет чуть. Ну, чуть зацепок много, вроде глубина такая же. Как и тот раз были, вода не ушла, вон я по палочке смотрю. А на цепах много, то ли что-нибудь какую-нибудь корягу еще, вон ветки вытаскиваю, вон целый берег ветки есть. Ну, ладно, пойду я тоже попробую. Ты попробуй, а там тогда глину я тебе подброшу. Я и спиннинг взял. Жень, блин, два раза вот здесь вот вывернулась. Вот щука? Да, что рыба не берет, вот. Прям фух в разные стороны. Я взял с собой, говорит, щук два раза вывернулся. Но я сейчас на удочку посижу, а со спиннингом уже пойду туда вдаль. Я знаю, там места такие интересные. Там вдалеке есть тоже стол. У меня вон с собой чемоданчик заветный. Ну вот, уже еще один ясь. Уже можно будет покоптить на коптежечку. Посмотрим, да, ветер, руки аж мерзнут. Нифига себе погодка, блин. Май. Даже не знаю, какое сегодня число. 18 что ли. 17. А, я уже прошел свое место. Вот же оно.
все, сейчас разбираюсь. Стул, херул. О, удочку распутали вчера. Еле-еле. Моя рыбалка началась с мелочушки. Но мне пойдет, мне надо кормить черепаху. Ветер вообще все портит. Плотва неплохая. Крючочек мой. Ну какая нормальная плотвешка. Для жарехи самое то. Я не знаю, показывается это вам или нет, передается. Какой ветрище. Вообще сложно отчудить поклевку. А я пойду спиннинг. Блин, вообще прям аж я уже промерз. Хотя вон, смотрите, какую овчинную жилеточку еще одел. Кофта, блин, теплая. Ну вот две рыбки. Ну ничего, половим. А там дальше стоят палаточники. Пало ловить. Пришлось ее вот выловить. Запрещенным методом. Да. Щурок. Не давало. Горох накидали, блин. Не на вертушечку. Ну вот, первая моя щучка. Я открыл сезон с щуковой. Ну, щурок маленький. Ну, мы его отпустим, конечно. А куда? Она тебе так же не даст ловить дальше. В другой, вон туда вон его, но это совсем дрищ. Да. Или черепахи скормить. Еще там один был сходик, ну не сходик, а уже у берега, там из травки я вытаскивал. Там раз, тоже щурочек. Блин, видите, реально сильный. Вообще не видно. Сейчас еще вот тут по бережку попробую. Для коптерочки нам нужна еще одна рыбка. Что-то попалось у отца. Ясь, ясь, я вижу. Езинский. Редко, но метко. Это вот хороший, это покрупнее. Сейчас по чайной ложке. Это хороший. Это уже в районе, да, грамм 800. Ну такой, 900, как да. Вчера у меня попался, наверное. Да, такой, килограмм нету, но зачетный. Стой, 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 стой. О, перевел. Чуть-чуть взял осторожно за губу, видишь, горох не это. Гороховая проводка. Это то, что я щуку выловил отсюда. Да. Ну, редко вот на горох. Ну вот видишь, второй только на червя не ловил. Ну нормальный. 25 сантиметров есть. Копти не хочу. Да. О. А я только спиннинг взял и хотел туда подальше, пошел уже. И он кричит. А удочек что-то у меня тишина. Ну он на горох, у меня это червь, опарыш. Прикормочки мне кинули. Ну а я сейчас пришел, вытащил еще одну маленькую эту. Даже я не понял, что там был, лопырь что ли? Да. Ну а это сам тогда повыбрасывается. Короче, у меня сегодня шляпа, ну и щурок. Да, она, у тебя шляпа, она... Не, ну у тебя хоть два гизя. Ну, гизя есть, гизя какие? Все какие? Трудовые. Ну, трудовые. Накормлены. Так, а где спиннинг? А, вон я спиннинг бросил. Я вот сюда пошел, под коряжечку. Вот, на какую вертушку. Не помню, кто, по-моему, Колян присылал волков. По-моему, твоя. Видишь, разловил ее, удачная. Так, на спиннинг что-то пока тишина вроде. И места такие вот, коряжнички, берега. Вот тут вот я тогда язика на вертушку ловил, помню.
Вот здесь стоял и камеру здесь, ту еще старую, утопил. Вот. Что-то тишина. И всплесков нет. Так вот я обычно наблюдал, вот здесь вот плещется, подплескивается. Ну, не знаю. Может быть. Может быть еще не вечер. Ну, хоть ветер чуть подстих. Хорошо. Красиво, да? Сижу вот, прикармливаю. Может, крупный подойдет, что-то исключительно мелочь клюет. И вот, кстати, этого червь опарыш как не ставишь, хоть опарыш посерединке, хоть с краю, хоть с конца, выедает исключительно червя. Опарыш вообще никогда не тронут. Сейчас насадил одного червя и вот подкармливаю тут у меня с кукурузой, тут с глиной, с геркулесом. Может, хоть язик подойдет. Но ветер страшный, вообще удовольствия особого не получаешь. Погода что-то не благоволила сегодня к нам. Так, прикормку всюду кидал. Вот сейчас пока решил такую чуть поменьше поставить вертушечку. Попробую еще спиннинг пока покидаю, пока прикормка рассосется. Пока тишина. Что-то тишина, уже так по берегу порядочно походил. Вообще ни плесков, ни потычек. Туристы плывут. Ой. Будем выбираться отсюда. Какие вот такие крутые берега. Красотень. Еще бы ветра не было и клев был бы. Вообще цены бы не было. Этой благодати. Вот встретил мамку, она собирает щавель. Будет с него варить щи. Вот он. Кто не знает, как растет щавель? Ну, кто-нибудь не знает. Провинциалы. Или как... Или кто? Городские эти. Оккупанты. Птички поют, природа, красивая природа. Блин, ветки. Пришел удочка, ветром аж сдуло, а это оказывается поклевкой. Ну ничего, пойдет. Блин, ветер, конечно, вообще нереальный, просто вообще ни поклевок не видно, ничего. Наверное, буду сворачиваться. Сейчас засолим тех езей, где-то им часа три надо, а потом покоптим. Ну потому что вот стоит, вообще все мотает, мотыляет, уже вытаскиваешь. Червя нет, ни поклевок, ничего не видно. Вот смотрите, что на реке происходит. Просто дует. Дует. Капец. О, берег что-то всплеск какой-то был. Ну-ка. Что-то дернул, и у берега вот тут всплеск. Ветер был вообще страшный. О. О. Блин, фух, отцепилась. С таким ветрюгой особо не совладаешь. Подъязочка. Бутербродик с устаточку. И готовится к копчению. Промерз вообще капец. Летом мерзнем. Такое хреновое лето. Засолено.
на 3 часа. Да? Ну да, где часа на 3. Пошли снимем. Качу на велосипеде со спиннингом. Не знаю. Еду по деревне. Песок. Чуть плохо привязал. А на велике по лесной дорожке вообще очень классно ехать. Сейчас взял с собой спиннинг. Хочу заехать на некие рыболовные места. Покидать спиннинг. Может, щучку поймаю. Пока рыба солится для копчения. Решил вот так вот прогуляться и чуть-чуть физнагрузка, продышаться по лесу. Красотень. Ветер только сильный. Наверное, ветер все забивает, но тем не менее еду. Нагнетает лес, нагнетает ветер. Вот он мой конь вороной железный. Ехал, приехал, увидел заводь. Вот трава такую поджигать прикольно. Вот они, утки. Так, осмотримся. Заводь. А вон пра. Блин, в заводочках я раньше рыбачил знатно. Ладно, осмотримся дальше. Чё-то я куда-то не в тот просак повернул. Должен был приехать на провал. Походу, не на ту дорогу свернул. Ну ладно, тут тоже есть хорошие места. И туристов, на удивление, нету. Блин, классно. А вот тут, я думаю, стоит попробовать. Вот она, эта заводь, можно на входе. Обычно на входах рыбка тусуется. И тут вот коряжнички, залежнички такие неплохие. Здесь вот кто-то мангалил. Мангал бросил. Даже чуть-чуть вон дровишечек. Ну, очень красиво, да? Вообще классно. Блин, опять поднял сильнейший ветер, аж велосипед сдул и упал туда вниз. Хорошо, спиннинг не сломал. Так, ну что, буду пробовать, отвязался. Вот, смотрите, кабанчик ходил. А вот какие-то следы с пальцами, и притом три пальца. Может, это маленький мишка? Может, это Мишут? Мишута? Но слишком маленький, так бы его увидели, вряд ли. Тут большой ходит. Блин, какой ветрига. Наверное, ничего не слышно, забивает все, да, друзья? Ух. Свищет ветер, ядрит его в дышло. Ну ладно, меня это не остановит. Блин, ветрище, ребят, но я ее заструнил. Вот он. Блин, неудобно. Одной рукой, видите, все делаю, как через эту. О! Щурочек, бедолага. Взял хорошо, смотрите как. Прям вот. Как раз я на мыс встал, я и хотел только вам сказать, как раз вдоль травки, тут течение обратное, я еще думаю, будет вертушка крутиться, то есть она крутится же, вы знаете, только против течения. Только прям подумал и раз, стеблец. Блин, наживился на все три крючка, я не знаю, будет жить, нет, но я попробую. Блин, прости меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, слава богу, вроде бы это, они живучие, но там я не сильно его наколол. Вон он.
Ну, я думаю, спасется. Блин, жалко. Кто-то писал, говорит, а рыбу тебе не жалко? Ребят, жалко. Особенно вот таких маленьких. И когда хочешь отпустить, как бы, в принципе, уже рыба не нужна. И вот так вот сам попался, что ну чуть-чуть я ему там повредил, но чуть-чуть. Я думаю, что будет жить. Что-то клюнуло еще очень хорошее. Вообще. Вот, чтобы вы видели, как я ее вытаскиваю. Вон она. А, нет, так казалось. Ну, чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Совсем немного поболее. Вот на эту вот блесенку. Ну, вот такие вот дела. Ну, что же такие карандаши-то? Давай, мой хороший, расти. А он вильнул мне на прощание тихо хвостиком и улетел в голубую синь. Сейчас, короче, что там, сурков ловить? Думаю, попробовать в коряжничках на ямах. Может, что покрупнее, а может, язик на блесенку возьмет. Сейчас в лесу, короче, встретил мужика с пакетом. Я говорю, что, грибы, что ли, есть? Он говорит, нет, я мусор собираю. Я вот 2 километра от деревни, представляете, и вот пришел собирать мусор. Уважение ему. Ну, ветер, блин. Ну, вот тут прям вот они, коряжечки. Вон она лежит, я уже вижу. Ну, в смысле, не рыба, а дерево. Смотрите, обрывистый берег. Вот тут вот популять, но сейчас мне задача прорваться через вот эти вот все, чтобы со спиннингом сюда пролезть. И вот под этот там пологий обрывистый берег, тут как раз идет русло, там коса. Попробую оторвать. Сквозь те кущи дальше пробрался по этому берегу и прям уже вот тут вынимать. Раз, рядом крутануло, но тоже мелкое. Ветрище, блин. Один хлеще другого. Это вообще уже... Ну, братан, стой, во. Давай, давай, давай. Смотрите, какой. Чтоб поменьше ударился. Ой. И об берег его шандарахнул. Набуцкал. Вот тут вот взял. Я вот всегда тоже заметил у мысочков. И вот вам заметка на прех, где обрывистые берега, когда на спиннинг я обычно вот так вот сажусь. Потихоньку кидай, потому что когда стоишь, ну видит она, не видит, ну как-то обычно сидя, и вот такие вот, когда у берега как мысочки торчат, а потом закуточки. Вот у мысочков она часто стоит, играет иногда даже видно. Это вот мое такое наблюдение. Пойдем дальше. Вот еще вам хочу сказать, хорошие места щуки. Это вот, когда лежит дерево, ее макушка. То есть у макушки очень часто у меня брала щучка. Сейчас я попробую вниз спуститься. Блин, уже очень далеко ушел от велосипеда с сумкой. Вот велик там. Но я вот там вон дальше, вон виднеется уже столик. То есть у меня в сумке есть жратва. Я сейчас дойду до столика, оставлю спиннинг. Вот, потом схожу. Ну, велосипед где-то, ну, вон там где-то за мысом. Примерно вон та сосна, ориентир. Ну, по берегу схожу за велосипедом. Вот, и пообедаю. Ну вот сейчас попробую. Мне кажется, еще что-нибудь может снизойти. Так, добрался до стана. Так, спиннинг, что у нас? Ветер меняется. Ладно, сейчас оставлю здесь спиннинг, прикачу, приеду на велосипеде с сумкой и... Вот, лавочка, смотрите, как стоит, классно. Прям можно сесть. О, поясница расслабила. Здорово,
Здорово, сейчас еще поесть, и вообще настроение будет отличное. То, что я хочу поесть и заехать еще в одно местечко на обратном уже пути, то, что рыбу коптить надо. Сегодня отъезд, завтра на работу. Наконец-то! Все, приехал. Я сейчас думаю, время 2. Думаю, что изгаляться, сейчас такой ветрюха, что-то греть здесь, разжигать костер. Тем более вы ругаетесь, жратву не любите, что все жру-жру. Ладно, не буду тогда, специально для вас. Поеду тогда домой, тем более я пить хочу. Набрал с собой воды, не нашел пробку к бутылке. Не взял воды, и хрен туды. Вот, поеду тогда домой, хер бы с ним. Сейчас еще за поворот схожу, места посмотрю. И привяжу спиннинг, поеду домой. Сейчас там пожру плова нормально, попью колодезной воды. И хрен туды. И это самое, и будем коптить рыбу как раз. Покоптим, и надо уже ехать. То, что два, сейчас коптить еще часа 2-4. Ну и как раз, да, часиков 5 поедем. О, а тут дальше вот идет коса. Ну, кстати, я сейчас попробую вот вдоль травки на косе еще пошпунять. Ветер, блин, вот ветер. А вот песок вообще, вот этот вот песок. А на море белый песок, дует теплый ветер. Сделал желтым чей-то сынок. Люблю такой песок, он вообще колыбель разумной жизни. Красота, да? Ноги забиваются хорошо. И тренировка, и свежий воздух, и здоровое питание. Может, будет здоровый сон. Не знаю, еду, раздумываю, заехать на то место все-таки или нет. Пить хочу, вообще капец. О, шишечки. А вот дерево, ветла, она раньше почему-то казалась такой здоровой. И тут вот была конюшня у нас. И мы от лошадей, мы совсем были маленькие, боялись. И на эту ветлу залазили от них, а они здесь щипали вот эти листики, а мы их гладили. Но она оказалась высокой, на этой хрен от кого спрячешься. Вот этот вот дом меня просили показать, по-моему, если я не ошибаюсь. Так он и стоит, никто здесь никогда и не жил. Покосился, все, скотный двор, хлев или как они назывались, я уже забыл. Все рухнуло, все заросло. Процесс копчения запущен. Из-под крышки дымок повалил. Значит, занялись не опилки, а что там эти? Листья, листья. Не листья, а вон сухие ветки. Нарезал секатором ветки ольхи и яблони. Поехали. Нет, рано еще. Рано, но уже смотри, озорно. Желтеет мало. Видишь, изи толстые, их надо долго коптить, они. Надо жариться. Рубил дрова и попал себе в глаз. Щепка отлетела. Сейчас вот закапал. Чуть пройдет. Если не ослепну. И буду есть. И дегустировать рыбу. Щепка, труха отлетела. В правый глаз. Да, она вон держит ее. Они зацепились. Все, ее поранило. Да фиксим. Все равно ее есть. Что, прилипло что ли? Или горячее? Да. Жирный какой. Это мой, наверное. Вкусный. Тихо разваливается. И она двумя руками. Ну вот она, свеженькая копченая рыбка. Ну тут он чуть перешкварился, но значит дегустировать будем именно его. Чуть попозже. Пусть постынет. Дождик был, ураган. И смотрите, после дождя какая благодать. Все.
поедем. До скорых встреч, друзья!